тры жаночыя вобразы розных эпох, якія аб'ядналі музыку кампазітараў ад Гендаля да Гершвіна. Спявачкі музы, гісторыі якіх дапамагаюць раскрыць фартэпіяна, скрыпка і віяланчэль, канцэрт прайшоў у рамках праекта «Музыка часу». Проект «Музыка времени» был создан в 2017 году. Цель его – это сделать искусство доступным для нашей белорусской публики. Проект включает очень много разнообразных музыкальных программ. Солистка Великого театра Татьяна Петрова выступала в роли задумливой женщины с глубокими переживаниями. И она выконывала творы Генделя, Вольфа, Мусоргского, Рахманинова. Француженку отыграла сопрано Нина Мазуренко. В ее выконании гучали цикл Франсиса Пуленко, музыка Клода Дебюсси, солистка Национального музычного академичного театра Наталья Дементьева. Была музыкой комедии. Я наспевала арии Сильвы, Джудиты, Мадлен и Карамбалины. Участие в акустических проектах, оно всегда раскрывает актерское мастерство, какой-то драматический талант и певческий с разных сторон, потому что на большой сцене в спектаклях это одно, а вот в акустических концертах, в малых залах это несколько другое общение с публикой. Ближе познакомить глядачу с каждой героиней допомагала не только музыка, але и поэзия. Например, верш Тургенева «Как хороши, как свежи были розы». Отличной особенностью этого концерта является то, что это не классический вариант его проведения, а он театрализован. В нем есть мизансцены, в нем есть разные образы, в нем есть разная музыка, которая отражает состояние героев, их внутренние переживания. Организаторы проекта «Музыка часу» каждые полгода проводят концерты. Сачыце за анонсами новых выступлений.